Вы супруга Ершова Марка Анатольевича? Дело в том, что с ним произошел несчастный случай. Он разбился насмерть. Вы знакомы с его нынешней женой? Что значит нынешней? Я не понимаю. Алло. Наконец-то ты включил свой чертов телефон. Марк, я ужасно соскучилась. Гражданин Ершов состоит в браке с Ниной Евгеньевной Комлевой. Есть еще одна женщина, которая утверждает, что гражданин Ершов был ее мужем. Это мой муж. Это я прожила с ним 17 лет и родила 2 детей. И я сама его похороню. По закону ты его любовница, а та другая жена, ты в курсе? Для наших близких вы сторонний человек. Его брат Роман был у нас на свадьбе. Роман был на нашей свадьбе. Марк мой старший брат, я не мог иначе поступить. Он считал, что сможет сделать вас обоих счастливыми. Марк всегда следовал зову сердца, а не разума. И, в общем-то, какое мы право имеем обсуждать то, что он считал правильным? Мы настолько разные. Никогда не смогу понять, как он мог любить нас обеих. Марк не хотел больше иметь детей. Это физически невозможно. Я думала, дело во мне. А ребенка просто быть не могло так. Покажи, что ты настоящий мужчина, хозяин в доме. Да пошли вы со своими разговорами! Он испоганил всю мою жизнь, но я в состоянии с этим справиться, понятно? Какой смысл вам терзать друг друга? Все самое плохое уже произошло. Теперь будет все по-другому. Это как? Ну, для начала я устроюсь на работу. Ты? Да, я. Минимальная зарплата и месяц испытательного срока. А завтра можете начать? Я всю жизнь в трауре ходить не собираюсь.